Добрый вечер всем присутствующим здесь. В первую очередь хотелось бы поблагодарить Алексея Геннадьевича, конечно. Он организовал этот концерт, и в этот раз он посвящает его Андрею Каткову. Андрей Катков является моим двоюродным братом. Со мной будет вместе выступать Саша Чеботарева, это родная племянница Андрея, соответственно, моя двоюродная племянница. Она немного волнуется, но она восходящая звезда, так что просим вас снисходительно отнестись к ней. Мы споем сегодня песню, она позитивная песня. Почему позитивная? Потому что, ну, Андрей был сам позитивным человеком, светлым человеком. И всегда хотел, чтобы люди радовались, он объединял людей. И в связи с этим вот песню мы сочинили нашей большой семьей. Эта песня является своеобразным гимном. И мы верим сейчас, что Андрей нас слышит и видит, что он с нами. Итак, начнем. Наши встречи бывают так редки, и поэтому ценны всегда. Ведь семья — это главное в жизни, пронесем же любовь сквозь года. И дай Бог, чтобы ценности эти наши дети смогли перенять. А для этого нужно всем дружно своим личным примером сказать. Так давайте же чаще встречаться, из других городов приезжать. Кто поездом, кто самолетом, ну кто не боится летать. И никакие земные заботы, ни бабло, ни печаль, суета не способны лишить нас моментов, когда душа счастьем полна. Страшнее всего не общаться, закрыться в себе и молчать. А наши родители в детстве смогли нам любовь показать. Они нами очень гордятся, им хочется, глядя на нас, жить радостно, петь, улыбаться. Давайте же их вдохновлять. Все бренно, и мы это знаем. Есть те, кто, глядя с небес, всю важность тех встреч понимает. Оценим и мы этот шанс. Так давайте же чаще встречаться, из других городов приезжать. Кто поездом, кто самолетом, ну кто не боится летать. И никакие земные заботы, ни бабло, ни печаль, суета не способны лишить нас моментов, когда душа счастьем полна. Не способны лишить нас моментов, когда душа счастьем полна. Спасибо.